Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Ведьма». В июне 2021 года на телеканале «Домашний» состоялась премьера мелодраматического сериала «Ведьма». И вновь мнения зрителей разделились. Кто-то посчитал киноленту чрезмерно затянутой и скучной. Кто-то оценил работу актеров и сюжет. Критики, в свою очередь, оставили в сериале негативные отзывы. Несмотря на такое положение дел, остается открытым вопрос. Будет ли второй сезон сериала? А как считаете вы, уважаемые зрители? Нужно ли продолжение сериалу? Или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. С большой долей вероятности можно сказать, что продолжение сериала «Ведьма» не последует. История рассказана в полном объеме, и развивать события в этом русле не имеет смысла. Также стоит добавить, что картина не получила высокие рейтинги, как и оригинальный одноименный сериал, созданный украинской киностудией. Если вам понравился сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.